Всем привет, дорогие друзья, с вами Дориди, добро пожаловать в игрушку Swag Flip, симулятор паркурщика, я так понимаю. Давайте попробуем вообще, что ты умеешь, боже мой. Так, ладно. Так, я могу как-нибудь прыгнуть? Эпически. Опа! Отлично, смотри, что-то начинает получаться. Ну, без травм, конечно, не обойдешься, когда ты первый раз играешь. Вау, ребятки, поставьте, пожалуйста, палец вверх, чтобы ему не было так больно. Я постараюсь. Ух ты, молодец, смотрите. Кто-то поставил палец вверх. Ладно. Что ты еще умеешь? Ну-ка. Отлично. Почти получилось. Замечательно, смотрите. Прям как солдатик. Оловянный. Опа! Молодец. На самом деле я так и запланировал. Ладно, шучу. Ну-ка, оба, как ты умеешь. Молодец, ништяк. Так, ты какой-нибудь переворот умеешь делать? Ох ты ж, елки-палки. Молодец, смотрите, встал. А вперед можешь? Опа! Классно. Так, ну принцип, в принципе, понятен. Он всякие может трюки делать, сальтухи. Блин, прям головой, это ужас было. Так, а тут крестик убирается. Смотри, тут можно двойной какой-то делать прыжок. Опа, блин. Пипец, ну это ж об бетон, знаете, как больно. Я, честно говоря, не знаю, но представить могу. Ну-ка. Опа, ну почти получилось. Так, что ты у нас еще умеешь? А, я должен прыгнуть, чтобы на месте остаться. Я понял этот смысл. Ух ты! Молодец! О! Это было жестко. О, блин. Ладно. Ну-ка. Молодец. А, вот они, очки были. Но они ничего не засчитываются у меня. Ну что ж ты будешь делать? Блин, шею чуть не сломал. Так, я не могу перейти во второй уровень, пока не пройду первый. А можно вперед прыгать, чтобы... Блин! Он аж на асфальт жевал. Ну, встань, ну блин. Встань, ты уже нормально. Что ж ты будешь делать? Ох. Ты мой. Да как тобой правильно управлять-то? Оба, выпрыгнул, все. Ну вот, почти. Блин, прям на заднице. Отлично. Я понял, первый прыжок. Я просто прыгаю. Оба. Короче, первый раз мне надо быстро прыгнуть. Ну-ка. Что ты делаешь? Вот, смотрите, на задницу уже получше. Блин, почти, ладно. Раз, два. Что ты делаешь? Мы добьемся этого. Вот так вот. Что-то больше. Прыгнули и на ноги. Ну-ка. Еще раз, раз. И на ноги. Блин, да что ты будешь делать? Может, надо тут активировать что-нибудь? Раз. Вот, 395 очков. Не засчитали, что ли? Да что я должен сделать-то? Да блин, ты достал уже реально. Что ж ты... Ты нормально, не можешь упасть? Пипец какой-то. Ребят, как в это играть вообще? Вы это реально проходили, что ли? Ну ты, блин, тебе долго еще учиться, как ты еще, мне кажется, блин, ты скорее умрешь, блин. Сколько травм, сколько костей у тебя переломано. Все, ребята, я понял, как делать. Смотрите, раз, два, три. Три. Вот, отлично, он встал. Три раза надо нажать. Давайте попробуем. Так, раз, два. Раз, два, три. Блин, раз, два, три.
Вот стал, смотрите. Раз, два, три. 305 очков. Браво, 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 браво. Я просто сам себе поаплодирую. Блин, потому что для меня это было очень сложно. Вот тут будет полегче, потому что... Да, с первого раза. Блистательно. Две звезды. Идем дальше. Ух ты. То есть я должен в центр попасть. Пипец какой-то. А, да ничего страшного, нормально. Хватит расслабляться. Боже мой, прям в шею. На шею. А давайте пробуем в кольцо прыгнуть. Нет, я просто еще раз, два. В принципе, так даже лучше было бы. Ну-ка, раз, два. Отлично. Кстати, а что будет, если действительно в кольцо прыгнуть? Блин, мне надо посильнее распрыгнуться. Оба ногами. Ну-ка. Тут по-любому же можно как-то в кольцо упасть. О, вот это было классно. Так, давайте еще раз. Раз, два, три. А, блин, на задницу. Раз, два, три, четыре. Блин. Как-то не очень удачно. Раз, два, три, четыре. Блин, зацепился же. Раз, два, три, четыре. Вообще, надо три раза. Раз, два. Ладно, как-нибудь поэпичней. Ух ты, нифига себе! Было бы классно. Раз, два. Нормально, уже можешь встать? Придурок, блин. Ну, почти получилось. Па, на спину. Блин, действительно, игрушка увлекает, я вам скажу. Сколько раз надо тебе прыгнуть? Раз, два. Ты реально достал. 4 раза. Фуф. Получилось. Так, давайте назад вернемся. Назад же можно вернуться. Так, это уровень, который мы прошли. 3 уровня. Уже более-менее у нас хорошо получается. Уровень 4. Я должен на эту бочку встать. Блин, ну почти что. Четыре раза, например. Раз, два, три. Ух ты, нифига себе, как я... Отлично, я еще живой? Ну давай же, падай. Как я классно зацепился, смотрите. Она может сломаться, интересно? Давай, 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 давай. Раскачивайся, раз. Ну что ты будешь делать? Че, уже не раскачаешься? Ладно. Ох ты, блин, прям в копчик. Блин, хреново дела. Оба, ну хоть руками. Нет, так, так точно не пойдет. Ох ты, коленочками. Макушкой. Ну вот же встал. Правда, не туда. Блин, головой. Бедный, мне его жалко. Почти что на камень же встал. Ох, немножко перепрыгнул. Не допрыгнул. Но уже какой-то прогресс есть. Насадится, дебилоид. Раз, два, три, четыре. Блин, а что ж такое-то? Игрушка вызывает эмоции, ребят. Оба! Не так уж больно было. Советую поиграть. Какого ж черта? Ну, почти получилось. Блин, мне кажется, в эту игрушку можно играть вечно. Оба, нет. Вот, отлично. Неужели? Вон оно как надо было. Хорошо, идем дальше. А, ну тут будет попроще. Ага, попроще.
Не, прямо тут явно не надо. Ох ты ж, это было красиво. Ах ты ж, блин. Ладно. Опять, блин, шейные позвонки все переломал. Раз, два, три, четыре. У тебя обязательно все получится. Бедняжка. Мне его жалко. Вот так ты зацепишь со своими ногами, блин. Тут ноги не нужны. Попробуй вот так, я думаю, нормально будет. Нет. Может, прямо все-таки? Бамс. Да чтоб тебя. Похудел, я не пройду этот левел. Не, ноги точно не надо показывать. Ох ты ж. Уже почти получается. Какой-то прогресс у нас уже. Распрыгался, блин. Действительно забавно, ребят. Так, я живой. О, боже мой. Бамс. Ну-ка. Да что ты делаешь? Молодец! Почти же. Надо еще правильную позу принять, видите? Опа! Почти что. Паркурщик гребаный, блин. Отлично же, смотрите, встал. Ах ты, ну не так уж больно было. Блин, кто реально эту игру проходил? Ох ты, шесть, я не зацепился бы. Да что ты делаешь? Это все один и тот же человек, или это разные? Потому что если это один и тот же человек, я его не завидую. Блин, у него крепкие кости. Да что ж ты так погибаешь-то? Я думал, это будет полегче левел. Памс. Эх ты, бедолага, бедолага. Помс, нормально. Так, ладно, сейчас. Прыгнули, прыгнули, согнулись. Прыгнули. Пыщ. Эх, походу дела я не пройду. А, я могу поворачиваться. Только тебе в ту сторону явно не надо. Подключен на задницу. Давайте на этом рядке прервемся. Не забывайте ставить пальцы вверх. Если игрушка будет набирать пальцы вверх, я обязательно продолжу. Всем до скорого, ребят. Пока-пока.